задержан сотрудник виноконтроля, знаете? Сюда смотри. Да, знаю. За что? За хранение. За хранение чего? Чего? Курительных смесей, наркотических веществ. Понятно. По себе что-то имеете? Добровольно хотите выдать? Да. Что это? Наркотические вещества. Телефон. Мобильный. Сюда, соответственно. Это все, я думаю, что заниматься будет без упаковки. Ну, ты что, молчишь-то об этом? Да, блин. Какой карман, вот этот? Понял, значит, здесь находится наркотическое средство Spice, около 250 грамм. Предназначено для чего? Для закладывания в тайнике, правильно? Для последующего сбора.